Кстати, вы говорили, я помню ваши слова, когда вы говорили, что план Кремля как минимум половина Украины, потом Да. все равно будет Казахстан, страны Балтии. Сто Понятно, процентов. что он хотел, особенно к столетию СССР, когда это будет 30 декабря, пополнить свои территории еще новыми, но сейчас Северный возможно ли? Казахстан и, наверное, не страны Балтии, а именно Латвия. Но возможно Вот. ли И не сейчас коридор это? в Калининград. А сейчас все еще пока все возможно. Хотя мы понимаем, что шансы гораздо меньше. Сейчас еще все пока возможно. В Калининграде есть группировка на Дальнем Востоке, есть группировка. Они раскиданы там по морям. Россия надела приличное количество оружия и может мобилизировать достаточно большое количество людей всеми правдами и неправдами. В конце концов, может просто заплатить. Они же даже не пробовали поднять ставку за участие в войне. Они просто насильно прикладом в спину погнали. Но сейчас еще даже не прикладом в спину. Сейчас еще пока добровольно-принудительно. Они же могут и прикладом в спину погнать. Так они еще соберут какое-то количество людей. Вот, пока мы, мне кажется, немножко рано прогнозировать. Мы видим, что украинской армии по-прежнему очень не хватает вооружения, но даже с этим вооружением украинская армия наступает. Было бы больше вооружения, было бы меньше потерь, конечно, и меньше скорых помощи ехало бы из Запада на восток, разгружая госпитали. Это я видел своими глазами. Я думаю, что я вряд ли когда-то это забуду. Это, ну, такое тяжелое впечатление от моей последней поездки. Несмотря на то, что я не в госпиталях, не видел, что внутри, но фантазии, жизненного опыта хватает, чтобы понять. Вот. Западу нужно быть активнее, это 100%. Я в 2014 году призывал еще на Блумберге, на очень корявом английском, страны НАТО вмешаться. Я хотел выложить это видео, мне так стыдно за свой английский. Я, во-первых, говорил хуже тогда, во-вторых, я чудовищно перенервничал. Просто язык прилип к небу, мне было страшно. Я говорил совсем крамольные на тот момент казавшиеся вещи. Вот, оказалось, был прав, нужно было тогда вмешиваться. И вот этого бы всего сейчас не было бы. К сожалению. Ну, теперь, конечно, после возможного ядерного удара уже все вопросы кажутся неважными, но все-таки... Оказалось бы, после Мариуполя, после почти 100 тысяч или около 100 тысяч мирных жертв, просто разутюженных российской артиллерии, казалось бы, все уже понятно. Все должно было понятно быть после Бучи, Ирпеня. А им все непонятно. А им все непонятно. А им до сих пор все непонятно. Вот это меня чуть-чуть притормаживает в моем оптимизме и в моей там вере в лучшее, потому что вот все вроде понятно, но действия, они в час по чайной ложке, и помощь такая же. Ну вот, да, и кстати, там даже о ядерном ударе в ответ, вообще как об ударе в ответ, уже понимаю, что есть угроза, все равно вот мы ждем, если будет, тогда мы. Конечно, бы хотелось, чтобы сейчас что-то уже сделали, потому что это жизни людей, к сожалению.